Актриса Юлия Топольницкая, звезда клипа группы «Ленинград», экспонат «Новобутиных Нах», опубликовала у себя на страничке в соцсети яркий снимок. 25-летняя Юлия Топольницкая поделилась со своими поклонниками несколькими фотографиями с отдыха в Израиле. Молодая актриса, которая стала популярной после исполнения роли в клипе «Экспонат» про Лабутена коллектива «Ленинград», продемонстрировала подтянутую фигуру на пляже в желтом купальнике. Напомним, что исполнительница хита про Лабутена ушла из группы «Ленинград». Алиса Вакс покинула состав известной группы «Ленинград». Алиса Бурмистрова, известная как Алиса Вакс, не выступила с «Ленинградом» на концерте в Москве.